Всем привет, друзья! Вы знаете, что у меня батарея слабая. Вот, например, я оставляю автомобиль на 15-20 дней в гараже, не буду ездить. И даже за неделю батарея полностью разрядится в ноль. И в этом случае батарея АГМ все умрет, потому что не допускается АГМ батарея, чтобы вольтаж опустился ниже 9 вольт. Поэтому нужно отключить клейму из батареи. Но есть другой вариант. Вот сейчас покажу. Заходим в автомобиль, меню автомобиль. Началась запись двух каналов. Wi-Fi включен. Здесь опускаемся ниже, выбираем настройка автомобиля. И здесь вот первое меню. Включаем зажигание. Включаем этот пункт меню. И здесь вот предупреждает, что вот будет деактивировано все потребители. И также сигнализация тоже отключится. Просит да, я говорю yes. Вот сигнализация тоже отключается. Все, режим включен. И выключаем зажигание. Все, автомобиль уже в режиме standby mode. То есть считайте, что вы отключили клейму. Ничто не будет работать, все будет отключиться. И эта функция автоматически выключится после того, как вы опять заводите двигатель. Вот сейчас открываем дверь. Так, друзья, я вернулся с отпуска через 10 дней и сейчас проверим. Такое у меня уже было через 3 дня, даже приборка не включилась, полностью сдох батарея. Так. Все. Все в порядке, друзья. Значит, это реально работает и можете не отключить клейму. Можете просто включить эту функцию. Всем спасибо и удачи на дорогах.